Ну что, девчата, на дискотеку? Приглашаете? Или они у тебя на дискотеку не ходят? Ходят, наверное. Добрый я вечер. Не хожу. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы что, расстроились, что проиграла команда? Очень, да. Очень. А чего? Но зато в финале никто не ожидал, что не могут быть в финале. О, видишь? Да, это очень хороший результат. Не делается команда за один год. Да. Они же подхватили эту команду буквально вот год назад, летом. Летом? Да. Год назад. И там же у тебя мои два, да, которые в команде играли. Они все трое в вашей команде, да, играли. Это будущее, это же молодежь одна. Эти уже аксакалы, угу, да, жлобинцы. И главное сохранить сейчас, чтобы не разбежались, будем работать. Хорошие ребята в будущем году выиграются. Если, конечно, будете работать, как в этом хотя бы. Жалко только, что шайбу не засчитали. Ну, там уже честно. Да, да, там было там честно. Там все сопоставили, запись была. Но перед, да, президентом врать не будут. Конечно. Но ребята играли очень хорошо. Угу. Я даже не помню такого финала. Но особой грубости не было там. Достойно играли. Да. Нет, молодцы они. Да. Они же в чемпионате Беларуси, они же заняли Шахтером там. Второе место. То есть по очкам одинаково, да, но да, по, да, личным, да, встречам. Поэтому второе. Молодцы. А эти были пятыми. Так. С пятого места в плей-офф выходили. Усилились. Поэтому не расстраивайтесь, все будет нормально. Все у вас вообще нормально. Можно сфотографироваться с вами? Ну, пожалуйста. Ну, тише. Можете кто-то сфоткать? Давайте я сфотографирую. Ну да, ты подальше встань. Спину не толкаем меня. Да, его и так толкали в 2020 году. Ничего, я только крепче стал. Так, все, товарищи, давайте. Все, все. Можно вот у нас детей, да. Максим? Так, кто не с мамой, уходим. Что ты смотришь так? Что ты так смотришь? Спасибо. Нет, большое. Ну, хватит, спасибо, ребят. Успехов. Спасибо, ребята. Всего доброго. Живите мирно. До свидания.